Самая лучшая косметика природная. Она полезна как для кожи, так и для организма в целом. Ее всегда изготавливали своими руками. Именно этим мы и будем заниматься, постигая секреты красоты и здоровья. Добро пожаловать на программу «Природная косметика». Доброе здоровье! Сегодня я вам расскажу об удивительной маске для всех типов кожи, которая будет ее питать. Для этого нам потребуется с вами 2 столовые ложечки обезжиренного творога и яблочное пюре. У нас же масочка будет только со всего свежего, поэтому она будет действовать великолепным образом. Что такое творог? Как раз творог мы берем для того, чтобы он питал нашу кожу. Поэтому мы 2 столовые ложечки творога, в котором содержится белки, причем полноценные, белки животные, лучше всего усваиваемые организмом, мы помещаем в эту мисочку. Теперь берем яблочко, яблочко свежее, опять-таки лучше всего мы с вами берем яблочко зеленое и натираем на мелкой терочке. Так, значит, 2 столовые ложечки творога и примерно 2-4 ложечки яблочного пюре, свежеприготовленного. Итак, делаем все это с любовью, натираем. Вот еще запомните, смотрите, вот это вот яблочко уже у нас немножечко как бы было использовано, и она начинает окисляться. Мы с вами трем, смотрите, свежайшее, то есть все ферменты свеженькие, активные, поэтому и действовать она будет соответствующим образом. Так, натерли. Интересно, когда кремами пользуешься, обычно там как-то он пахнет, там садушка или еще чем-то, а здесь свежим яблочком. Как это приятно. Теперь мы с вами все это перемешиваем, тщательно соединяем. Здесь как раз в яблочке содержится влага. Влага из структурированной воды, которая будет прекрасно все компоненты соединять. И именно структурированная вода, я думаю, вы уже все знаете, лучше всего проникает через кожу. И при этом она также проводит внутрь кожи полезные вещества. Кожа состоит из нескольких слоев. И всех их надо питать. Вот, мы хорошенько перемешали все это до однородной консистенции. И теперь, не спеша, выкладываем все это себе на лицо. Легли, успокоились, включили какую-нибудь музычку такую релаксирующую и начинаете использовать. Я опять-таки все это делаю на своих собственных ладошках, на кистях рук. Так вот, накладываем. О, смотрите, как течет. О, вот эта вот жидкость полезна, самая-самая. Она будет легко проходить через кожу, увлажнять ее. И, естественно, она ее будет питать. Белки, которые как раз растворяются, питательные вещества там и прочие микроэлементы будут через нее проходить и вызывать питание, увлажнение. Значит, держим мы эту масочку с вами не менее 15-20 минут. Подержим ее. Очень хорошо для кожи. Она ее... Знаете, вообще эта маска, вот я делаю, что я чувствую? В первую очередь я чувствую охлаждение. Охлаждение говорит о том, что организм успокаивается. Если вы взволнованы, если вы вот
ну, будем говорить, не знаете, как себя уравновесить, особенно вот от отрицательных эмоций, сделайте такую маску. И, кстати, белый и зеленый цвет, который находится в ней, знаете, что будет делать? Он будет вас успокаивать. Более того, творог и вот эта масса как раз будут снимать с лица, с головы отрицательную энергию, и вы будете успокаиваться, чувствовать себя лучше, морщины разглаживаться, а кожа улучшаться. Итак, прошло 15-20 минут, мы с вами аккуратненько все с любовью к себе снимаем. Моем ручки. Ручки моем, опять-таки, в теплой водичке, без мыла. Вот. И промокаем какой-нибудь салфеточкой. Мыло не используйте. Мыло, к сожалению, сушит кожу. И чем чаще мы с вами используем мыло, тем больше наносим своей коже вред. Итак, используйте эту маску. Значит, вы берете 2 столовые ложечки обезжиренного творога, яблочного пюре примерно столько же или в 2 раза больше. Смотрите, как, в зависимости от того, если у вас кожа более сухая, значит, яблочного пюре больше. Если менее сухая, значит, меньше. 20 минут держите и повторяйте эту питательную масочку 2 раза в неделю. Эффект великолепный. Доброго вам здоровья. Помните, то, что полезно для вас, полезно для вашей кожи. Отдавайте предпочтение природной косметике, приготовленной своими руками, с любовью к самому себе. А мы вам в этом будем помогать. Вы смотрели программу «Природная косметика». До новых встреч!